Всем привет, ребят! Ну что, наконец-то я добрался домой, не стал уже сегодня делать розыгрыш, конкурсы. Напоминаю, что у нас идет еженеделька, конкурс на Охника. Я это все сделаю сегодня вечером, то есть у меня это сегодня воскресенье, у вас уже будет понедельник. Все ссылочки есть в описании, у вас есть возможность, будут участвовать там видосы. На Огника отдельный видос, на еженедельку тоже все видосы по понедельник сделаю так, поэтому у вас есть возможность. Все в ваших руках. Так, окей. Что у нас сегодня? Битва гильдий. Поехали посмотрим, что там у нас за противники. 853. Неплохо. 200. Что, мы сегодня попробуем десяточку жахнуть? 2016. Интересно, интересно. 573. Так, грубо говоря, сколько там было? 253. Короче, 160 очей запаса уже есть. Отлично, это радует. Что тут у нас? Сотка. Интересно. Очень даже интересно. Может и жахнем. Окей. Посмотрим. В принципе, должны. Так, а что у меня там по прохождениям? 22. Фу, красавчики. 50, 70, 96. Вот это радует. Так, окей. Поехали. Собирать состав. Кем это таким сегодня попробовать побегать? Не хочу я напрягаться, я так уставший. Ставим наш стабильный состав. По Борику сейчас пройдем и затестируем. Так, вот так вот. Ворожей нам, в принципе, нафиг не нужен. Так, Лазуля, отлично. Седна, мы ее так и не прокачали еще. Не было времени. Так, отлично. Римку ставим. Бугимен. Давайте вместо Буги Махатмы попробуем ради интереса. Посмотрим, что Бабуля сможет сделать. По идее, она должна быть огонь. Так, Космо. Вместо Космо Ронина поставим. Короче, сняли по сути весь деф. Так. Ронин готов. Смотрим. Так, а сюда вместо этого кого взять? Розу, в принципе, смысла нет. Анубиса тоже нет. Бигфут, рогатка. Кого взять? Целый алтарь и никого взять. Ужас просто. Давайте Фрейя поставим. Для подстраховки. Конечно, какой подстраховки не знаю, но ладно, пусть будет. Вдруг там что-то затащит. Так, окей, поехали. Посмотрим, что там у нас за противники. На китайке, кстати, бегал. Мне понравилась битва гильдий. Такая с надрывом была. Так, вижу Космо. Заряженный у нас. Его можно таким вот образом тушить. Отлично.
73%. Так, ну что, попробуем тут Махатму затащить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не надо мою Бугулю убивать. Посмотрите на этого зверька. Это просто жесть, ребят. Это бабулька. Посмотрите, что она чудит. Красавица просто. Какой там нафиг Ронин? Бабуля тащит. Так, этот включился. Ну, вот так вот разбирается просто, ну, рано. Посмотрите на эту Махатму. Чё она чудит? Это просто жесть, ребят. Я, честно говоря, в шоке. Насколько она живучая. Я офигею. Посмотрите на её отхилы. Она ещё не умерла. Сколько она дома? 340 отхил. Жесть. Вот это оно, ребят. Вот это трэш. Так, наконец-то ее слили. Вот так вот, просто налегке. Но Махатма меня удивила. Хотя, в принципе, я вам показывал ее обзор, она нереально крутая. Но то, что вы только что увидели, я, это реально жесть. Насколько она офигенно держится. Так, ну что, с этим разобрались, как-то быстро мы прошли его. Я думал, будет как-то поинтересней. Так, тут опять воодушевление. Понакачивают этих воодушевлений. Задолбали уже. Ну, просто кидаете юнит или не паритесь. Вот там на ком-то эти. Посмотрите, я просто вот юнитами, по сути, сейчас убираю. Может, это Ронина 30-го качнуть ради интереса. 80%. Офигеть. Так, давайте обезвредим. Воу-в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 оу. Ну, включись. Не захотел он включаться. Ладно. Коль такие дела, значит, выпустим мега-имбу. Офигеть. Посмотрите на нее. Это просто аут, ребят. Посмотрите, что она чудит. Я в шоке. Посмотрите на эту бабулю. Надо ей не этого, надо ей вместо ангела поставить слона. Просто домой всех отправила. Жесть, ребят. Посмотрите, что она... Какой там нафиг Ронин? Ронин просто курит в сторонке. Офигеть. Это, конечно, жестко. Это шанс слива, но... Это шок. Я в шоке, и вы, наверное, тоже с того, что вы увидели, но это просто какой-то аут. Офигеть. Так, это тоже, по-моему, у нас входит в топ. Что он с Минотавром? Вообще печаль. Давайте, кстати, через Райку побежим. Попробуем. Ай-яй-яй, смотритель. Посмотрите, что она чудит. Она просто нереальная, крутая. Но она Фрейю не сольет. Но это жесть. Да, это круто. Он меня, что ли, проходит? Ой, нафига я выпустил Седну? Ладно. Сольемся, так сольемся. Конечно, мы не сольемся таким составом. Обалдеть, ребят. Честно говоря, я в шоке. А, это он меня проходил. Бедолага, Минотавр. Ронин. Смешно просто.
Тут одна Махатма бегает, шатает. Так, тут этого топа тоже надо, по-моему, убить. 480. Что, запустим ее еще разок? Давайте с бабульки стартанем. Сейчас посмотрите, как она заборная. Ай, не ударила по забору. Блин, обалдеть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, молчанка. Пофиг. Просто пофиг. Посмотрите на это. Это просто жесть. Ребят, посмотрите, что она творит. Единственное, кто ее может убить, это смотритель. И все. Жесть. Ну, что я могу вам сказать? Вот так вот. Вот такие вот, ребят, пироги. Обалдеть. Да уж. Смешной урон от Огнекрыла. 10-15, отхил 340. Какой там нафиг, только смотритель может ее там ушатать, плюс Фрея. Но с такими дамагами это просто смешно на это смотреть. Это просто будет очень длительный бой. Вот вам ответ. Кто на сегодня имба? Так, и вот этого надо пройти, да? Да уж. Честно говоря, в шоке. Да, все в шоке, наверное. А, видели, смотритель первый ударил и не активировалось у него. Космо не активировался. Ой, отлично, нравится мне, что тут голуби. Вообще огонь. Нравится, когда Фрейю ставят на деф. Это просто чудесно. Поехали бабулькой поразвлекаемся. Ай-яй-яй, поразвлекались, называется. Вот так вот, ребятушки, 10 069, красивая циферка. Можете меня поздравить, но это просто нереально, нереальный результат. И, честно говоря, Махатма здесь просто удивила. Я не знаю, что еще ожидать от такого героя на 30-м прорыве, но Махатма, конечно, это просто жесть. Она просто нереальная. Даже тот же самый Ронин уже не столько удовольствия приносит, сколько вот посмотрите именно на Махатму. Попробуем еще другие сборочки, потестим. Но это просто кайф. Все, участвуйте в конкурсах. Лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.